Я говорю, что на стране очень ранимое эго у людей. То есть они боятся чего-то делать, ошибаться, боятся и так далее. И продавцы, они, естественно, не являются исключением. И когда продажи, что такое? Это работа с отказами клиентов. То есть, если ты выставишь свой товар и начнешь ходить там, по улицам, как карабинник, пряники продавать, 100 человек пройдет мимо, один увидит твой пряник, купит. Сейчас продажи другие. Сейчас продажи – это поговорить, предложить, презентовать правильно товар, свою услугу. Вот, и получить тот же самый отказ. И это является нормой. Вот, отказывать не тебе, дорогому, любимому человеку, и не твое эго нарушает. Ну да, конечно, ты, может быть, неправильно свои мысли, да, не сформулировал и так далее. Но это норма для продавца. Надо ему это понимать, что по разным причинам клиент может отказать. Но ни в коем случае он не хочет тебя оскорбить. Вот. Продажи – это работа с отказами, и это надо как-то терпеть. Вторая вещь. Ну, это вот такие ментальные понимания, да, для продавцов. Что нормальные продажи, они начинаются каждый месяц с нуля. То есть ты работаешь, 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 что-то себе наработал, какой-то премиум получил, с утра проснулся 1 апреля, и у тебя все заново. У тебя опять ничего нет, у тебя ноль, и ты опять должен работать. То есть всегда в движении находиться. И тоже к этому внутренне быть готовым все-таки. Ну и, конечно, надо продавцам уметь выстраивать отношения с людьми, в первую очередь, потому что тратить себя надо на установление контакта какого-то с человеком, чтобы он тебе начал доверять. Не надо думать, что за тебя кто-то продаст. Продажа может только через отношения произойти с человеком. Хотя есть технологии, опять же, цыганские, нелперские, всякие боевые, которые могут человека развести и так далее, вскрыть его, отдать, чтобы он тебе кошелек отдал с деньгами. Но это не продажа, это какая-то другая тема, не моя. Вот. А для того, чтобы человеку продать, надо себя потратить, энергетически в том числе. Это тоже непросто. Потому что если у тебя 3-4 встречи в день, там, ты звонишь по телефону, что-то продаешь, и не хочешь понравиться при этом, а просто читаешь скрипт по бумажке, не отдаешь кусок себя, выполняешь механистическую работу, ничего не получится. Опять же, если делать свое дело, то делать его хорошо. Вот. А хорошо делать – это отдавать кусочки себя. Все, пожалуй. Ну, есть, конечно, коммерческая работа. Ее надо включать вовремя. И не бояться отказов, опять же.